Якутии успешно прошли испытания новые вертолеты Ми-171А2. Машины привезли в регион, чтобы проверить, как они будут работать при сильных морозах, а также в условиях полярной ночи. Пилоты управляли вертолетами в экстремальных режимах. Двигатели запускали и без прогрева сразу поднимали машины в воздух. Испытания проводились при температурах близких к минус 50. Пилоты отмечают простоту управления этими вертолетами и их безопасность. На этих комплексах применены все новые, современные навигационные средства, позволяющие избежать столкновений с землей, что является бичом вертолетной авиации, особенно в условиях низкой видимости, в условиях безориентирной местности, полярной ночи.